Привет, друзья! Каждому по приветику из Петербурга. Вы на канале Санкт-Петербург с Еленой Жемчуговой. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И у нас впереди вопрос, который звучал уже не один раз. Как решиться на переезд и не пожалеть? Получается, в этом вопросе два вопроса. Вначале, как решиться на переезд, а вторая часть – и не пожалеть об этом. Но в этом видео, в коротеньком, я хочу вам рассказать об одном упражнении, которое позволяет понять, на самом деле, хотите ли вы переезжать или нет, и вообще понять свои желания. А потом мы уже перейдем к основной теме вопроса. Ребят, как легко понять свои желания? Это упражнение мы проходили еще в университете, как у нас был курс психологии тоже. На уровне разума происходят различные сомнения. 50 на 50. Хочу, не хочу. Когда начинаешь разумом думать, сразу страхи всплывают какие-то. И непонятно, вроде бы уже и не хочу. Давайте доверимся своей интуиции и своему телу. Вы садитесь в комнате, там, расслабляетесь. Можете лечь, можете сесть в кресло. В тишине, можно выключить свет. Главное, чтобы никого не было. Рядом не звучала музыка, в тишине полной. Расслабляйтесь, прислушивайтесь к себе, отвлекайтесь от всего, прислушивайтесь к себе и задаете, вернее, представляете первую картинку. Я остаюсь в этом городе, никуда не переезжаю. Просто рисуйте эту картинку себе. Вот я остаюсь в этой квартире, я живу в своем, в этом городе, в своем. Я иду по этим улицам, иду на работу, встречаю людей, которые меня здесь окружают, всех. Вот так эту картинку представили. И у вас потихоньку, когда вы полностью в нее погружаетесь, начинаются ощущения на уровне тела даже. На уровне тела. Вот эти ощущения, приятные или неприятные, вы должны почувствовать. Хорошо вам или плохо? Хочется откинуть все. Или такая неприятная волна придет. Или приятная. Или спокойная. Вот вы почувствовали это все, зафиксировали, поняли. Затем вы открыли глазки, так немножечко, знаете, пришли в себя, скажем так. Потом опять расслабились и представили другую картину. Вот я собрала вещи, и я переехала. Переехала, иду по Петербургу, гуляю, смотрю, начинаю искать работу, там, начинаю искать квартиру. Люди все незнакомые вокруг, здания незнакомые, обстановка совершенно другая. И вы чувствуете именно на уровне ощущений, какая волна приходит, приятная или слишком тревожная, или ровная, все равно. Вы должны почувствовать. Если это приятная волна, конечно же, ответ очевиден. Что вы действительно хотите этого. Выбор зачем в этом упражнении происходит? Естественно, мы выбираем то, что нам приятно. Поэтому вы почувствуете, что вы первый раз почувствовали, что второй. Вот и весь ответ. Да, я хочу переехать, вы поняли. Да, нет. На самом деле мне клево, когда я чувствую, что вот я переехала. Вот она, я хожу по Петербургу там. Снимаю квартиру уже или покупаю квартиру, иду на работу, знакомлюсь с новыми людьми. Что я при этом чувствую? Но ведь вы можете почувствовать и другое. Вы можете почувствовать страх, отторжение. Нет, да, ну зачем мне это надо? Там как-то такое, знаете, ну вот что-то не то почувствовать. Все понятно. Да? Нет. Также это упражнение можно применять, и когда вы другой вопрос, другой любой решаете. Остаться на этой работе или уволиться с этой работы. То же самое. Представляем, что я остаюсь на этой работе, иду на эту работу. Все вокруг, что меня окружает, какие люди, какие ощущения. И второй момент, когда вы уже представляете, все, я ушла с этой работы. Почувствуете вы облегчение или нет? Все, ушла, никого не вижу, ни с кем не общаюсь. И вообще там не нахожусь в этом помещении. Что вы почувствовали? Радость, облегчение. Вот вам и ответ. То же самое можно применить и в отношениях. В отношениях, друзья мои.
Люди долго мучаются, долго думают, быть в отношениях, не быть в отношениях, жить с этим человеком, не жить с этим человеком, хочу развестись, не хочу развестись, хочу быть с ним, не хочу. Точно так же представили себе ситуацию, закрыли глазки, и какие ощущения вызывает у вас этот человек, общение с этим человеком. Вот мы каждый день вместе, вот что происходит, ничего не меняется, допустим, если вы живете уже какое-то время вместе. Ничего не меняется. Да, вот картинку представляете и погружаетесь в нее. Я нахожусь с этим человеком, общаюсь, быт у нас совместный, все вместе. Что вы чувствуете? И вторую картинку, это когда вы уходите. Все, не хочу быть с этим человеком, все, нет его рядом. И дальше. Что дальше происходит? Иду одна, живу одна, нахожусь в квартире одна. Пошла гулять туда-сюда, встретилась с девчонками, не встретилась, переехала в другой район жить. И все на уровне ощущений. И поверьте, ваш организм вас не подведет. Ответ всегда будет очевиден. То есть ответ вы почувствовали. Ну, может же прийти другая картинка, все, я без этого человека, допустим, да? Или без этой работы. И нет, все равно... Вам грустно, вам плохо, вам одиноко или тревожно. Нет, как я буду без этой работы? Там или что-то, да? Разные ощущения. Или наоборот, легкость. Ой, как хорошо, мне не хочу на эту работу. Все, я поняла, я не хочу. Или я не хочу быть с этим человеком. Так и про переезд в Петербург. Так и про переезд в Петербург. Представили одну картинку, представили другую картинку. И наконец-то поняли истинное желание. Вот когда вы поняли истинное желание, можно переходить ко второму этапу. Как решиться как раз на переезд и потом не пожалеть об этом. Два вопроса в одном. Получается. Друзья мои, я думаю, что конкретно уже на этот вопрос я отвечу сразу же в следующем видео. Вы попробуйте сделать это упражнение. Мне даже интересно, как у вас получится. Просто попробуйте как эксперимент. Получится, не получится, поймете, нет. Мы, конечно, когда нам преподаватель рассказал это упражнение, мы, естественно, все пробовали и тут же обо всем пробовали. И все друг другу потом рассказывали, вот, а я то почувствовала, а я это почувствовала. Я тоже пробовала несколько раз это упражнение, действительно оно действует. И твой организм безоговорочно откликается на твои желания. И ты понимаешь, хочу, не хочу. А потом уже подключается разум. Вот ты понял? Ой, хочу. Ой, все-таки хочу. Ну, потом уже подключается, соответственно, разум. И вот дальше входит противоречие, да? Может быть, противоречие чувства и разума. Но, по крайней мере, это будет полезно упражнение тем, кто 50 на 50. Не знаю. Может и да, а может и нет. Но мне кажется, что относительно переезда, то... Все-таки вы должны изначально чувствовать, что я хочу, до такой степени хочу, что больше не могу терпеть, допустим. Вот хочу. Понимаете? Вот и все. Мне кажется, когда очень хочу, надо удовлетворить это желание, попробовать. А что нам делать дальше, как решиться и как не пожалеть? Все, друзья, сейчас прям сразу запишу дальше видосик. Просто не хочу огромное делать видео, это уже практически 10 минут. Мы с вами поговорили. Все, друзья мои, спасибо за комментарии, спасибо за ваши лайкусики, спасибо, что смотрите. И дальше все, бегу отвечать дальше на ваши вопросы.